А мы продолжаем. Мисс Исландия Арне Ир Йонсдоттир объявила о том, что не будет участвовать в международном конкурсе красоты Мисс Гранд Интернешнл после того, как его организатор, таиландский телеведущий и продюсер Нават Ицарагризил, посоветовал ей похудеть. Свое решение девушка объяснила желанием постоять за себя, за всех женщин и весь исландский народ. Продюсер счел, что девушка слишком полная, и передал через своих помощников рекомендации по питанию перед финалом, который пройдет 25 октября в Лас-Вегасе. Перестать есть завтраки, в обед съедать только порцию салата, а по вечерам ограничиваться стаканом воды. Эти пожелания были сказаны якобы с благими намерениями. Сотрудники пояснили Арне, что их босс посоветовал это, потому что ты ему нравишься, и он хочет, чтобы ты хорошо выступила в конкурсе. Однако исландку это предложение, разумеется, возмутило. Слишком толстая для того, чтобы выглядеть хорошо на сцене. Я решила остановиться. Написала письмо организатору и объяснила абсурдность его просьбы. Большое спасибо за вашу поддержку. Мисс Исландия.